Видео подготовлено сайтом onlinegdz.net. Разберем задачу номер 1283. Выразить объем пачки сахара, размеры которой 5,5 см, 11,5 см и 17,5 см в кубических дециметрах. Чтобы найти объем, он обозначается буквой В, надо умножить размеры параллелепипеда. А пачка сахара – это параллелепипед. Значит, длину умножить на ширину, умножить на высоту. Объем измеряется в кубических единицах. Значит, объем пачки сахара равен 5,5 сантиметров умножить на 11,5 сантиметров и умножить на 17,5 сантиметров. Это будет 1106,875 тысячных сантиметров кубических. Один кубический сантиметр равен 0,1 тысячной кубических дециметров. Чтобы перевести сантиметры кубические в дециметры кубические, надо величину умножить на 0,1 тысячную. При умножении на 0,1 тысячной переносим запятую на 3 знака влево. Итак, получаем 1,106,875 миллионных дециметров кубических. Ответ нужно округлить до сотых, значит, оставляем 2 знака после запятой. Первая из отбрасываемых цифр – 6. По правилу округления последнюю оставшуюся цифру 0 увеличиваем на единицу. Значит, это приблизительно равно 1,11 дециметров кубических. Мы с вами разобрали задачу номер 1283. Если вам понравилось видео, смотрите остальные решения на нашем сайте. Если есть вопросы, предложения или пожелания, подписывайтесь на наши группы в социальных сетях.